10 августа на очередном оперативном совещании глава Серпухова Дмитрий Жариков поставил задачу отделу по взаимодействию с учреждениями здравоохранения разобраться с вопросом создания системы прохождения медицинских осмотров детей, поступающих в первый класс. В адрес главы поступило обращение от жителей Серпухова, в котором родители выразили обеспокоенность по поводу поступления их детей в школу. Некоторые из них испытывали затруднения с прохождением медицинской комиссии. Совместно с территориальным управлением номер 1 Минздрава Московской области городской администрации удалось оперативно решить эту проблему. Был выделен день еженедельно по средам. Дети, которые поступают в первый класс, проходят медосмотр. То есть в специальный день, это среда. Родителям и школьникам будет гораздо удобнее четко знать, когда можно пройти медосмотр. Многие уже успели оценить изменения. Мы пришли в поликлинику, нам дали талончик на прием к врачу за неделю. Все, по времени. Как подчеркивают врачи, медосмотр – процедура крайне необходимая, и прежде всего она важна непосредственно для первоклассников и для детей, впервые идущих в детский сад. Это нужно для того, чтобы скорректировать те неблагоприятные изменения, которые могут быть в организме у ребенка, как нарушение осанки, нарушение зрения, нарушение поведения, и помочь ребенку адаптироваться в детском учреждении. Это не для галочки и не для штампика в медицинской карте, а вот именно, чтобы облегчить ребенку жизнь и привыкание к дошкольному или школьному учреждению. Записаться на прием педиатра и узких специалистов можно заранее через электронную регистратуру или обычную регистратуру учреждения по телефону. Для детей, поступающих в первый класс, которые вовремя не смогли пройти медицинский осмотр, будут работать бригады врачей, которые проведут осмотр на территории учебного заведения.